Вот, Шунечка, смотри. А что это? Ну, это сказочная страна, называется Сладкая. И что мы будем делать? Ну, играть в путешествие по сладкой стране. Вот здорово! О, что это такое, Зубок? Это карамельный куст. Хочешь карамельку? Хочу! Вот. Спасибо! Пожалуйста. Ой, а это что за дерево? Это? Это вафельное дерево. О, красивое. Да, и вкусное. А вон то какое? А-а-а, то, Шунечка, самое вкусное. Шоколадное. О, шоколадное дерево. Вот здорово. Так, здравствуйте. Здравствуй, Лёш. Лёш. А я вас по всему дому ищу. А мы тут в сладкой стране. Угу. Вот оно что. Вот, значит, где все вешалки. А то вещи лежат на стульях, а вешалок нет. Ой, прости, Лёш, я же только на время их взял, чтобы устроить сладкую страну. Ну, на время можно. А что у вас за сладкая страна? Ну-ка, расскажите мне. В ней растут необыкновенные кусты и деревья, карамельные, вафельные, шоколадные. Ну, конечно, это все сказочное. Мы же знаем, что таких деревьев на самом деле не бывает. Ну, почему не бывает? Шоколадное дерево, например, есть. Правда? Правда? Да. Ну, только называется оно дерево какао. И из его плодов как раз и делают шоколад. История шоколада началась очень давно. 3000 лет назад в Южной Америке. Древний народ ольмеки попробовали сделать из плодов дикорастущего какао-дерева порошок и приготовили из него шоколадный напиток. Он им понравился. И они стали выращивать какао-деревья специально ради этих плодов. А что это за плоды такие у дерева какао? Как шоколадки? Нет, Шуня. На какао-дереве растут бобы. В древности они были символом богатства и власти. Напиток из шоколадных бобов могли позволить себе только богатые люди. А давайте вырастим такое дерево у нас около дома, а? Не получится, Зубок. Это дерево растет только в теплом и влажном климате, в тропических лесах. Эх, попробовать бы эти бобы. Какие они на вкус. Ну, свежесобранные какао-бобы тебе, Шунь, не понравятся. Да? У них горький вкус. Зерна какао-бобов отбирают, очищают, обжаривают, перемалывают. И из этого порошка затем делают шоколадный напиток. Позднее в него стали добавлять сахар, корицу, специи или даже мед. Ух ты, как вкусно, наверное! Подождите, подождите! Лёша, ты же сказал, что какао-дерево растет в Южной Америке. А как же шоколад у нас оказался? А, сейчас расскажу. Первым европейцем, который попробовал шоколад, был знаменитый путешественник Христофор Колумб. Случилось это в 1502 году, когда жители острова Гаяна попотчевали дорогого гостя напитком из какао-бобов. Говорят, что Колумб доставил загадочные зерна из Америки в Европу, но никто не обратил на них особого внимания. Но постепенно европейцы распробовали вкусный напиток из зерен какао-дерева, и скоро горячий шоколад стал любимым угощением. До 19 века шоколад употребляли только в виде напитка. А позже один голландский мастер изобрел специальный пресс, с помощью которого из какао-бобов выжимали масло какао. Это масло смешивали с какао-порошком и сахаром и получали вот такие вот плитки шоколада. Но ведь шоколад бывает и белого цвета. А почему? Да, почему? Ведь какао-порошок коричневый. А вот это вы верно заметили, друзья. Действительно, бывает белый шоколад. Его получают так. Масло какао, которое имеет как раз белый цвет, смешивают с сухим молоком, сахарной пудрой
И получается вот такой вот совершенно белый шоколад. Вот здорово! А можно попробовать, кусочек, а? Кусочек, а? Ну, конечно, только если вы уже ужинали. Мы ужинали. Ну, в таком случае можно попробовать. Только немножко. А почему? Потому что шоколад может прогнать сон, так что вечером его лучше не есть. Mm-hmm. Друзья мои, уже достаточно поздно, и нам пора прощаться с ребятами. Mm-hmm. До свидания, мальчики и девочки! До свидания, ребята! Всего вам самого доброго, друзья! Ангела-хранителя! Время чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях, ждем с нетерпением встречи доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением встречи. Ночи.